Здравствуйте! В информационной студии Андрей Овчинников и коротко о событиях города и края. После ремонта в регистратуре Центральной городской больницы пациенты записываются на прием к врачу в новом формате – живого окна. Для этого необходимо взять талон и дождаться вызова к специалисту на электронном табло. Эта система намного упрощает выдачу вкладыша для посещения врача, так как все данные и карты перенесены в электронную систему. Подробнее об этом рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Цыкунова. Сегодня я вам немножко расскажу новшества, которые уже у нас введены. Кто обращался в нашу поликлинику с мая месяца, уже почувствовали на себе эти изменения. Неделю назад наша регистратура изменила свое территориальное положение. Опять вернулись на старое отремонтированное уже место. Отдельно находится у нас каждый регистратор. Убраны телефоны от регистраторов, чтобы они не отвлекали в работе с пациентами. Отдельно будет сотрудник, который отвечает на телефоны. И отдельный сотрудник, который будет заниматься амбулаторными картами. Изменения в работе центральной поликлиники таковы. Пациенты амбулаторные карты на момент приема сегодня им не будут предоставляться на руки. Будет выписываться вкладыш, который пойдет к доктору с этим вкладышем. Наша поликлиника работает сейчас в электронной амбулаторной карте. Медицинская информационная система. Все записи врачи учатся, многие уже делают в компьютере, в программе определенной. Поэтому амбулаторная карта практически не нужна. Амбулаторная карта является у нас медицинским документом, который должен храниться в медицинском учреждении, и на руки пациентам он, к несчастью для пациентов, не выдается. Пациент может ознакомиться с содержанием амбулаторной карты по заявлению, написанному на руководителя лечебного учреждения, где ему будет предоставлена возможность ознакомиться с оригиналом или сделать копии. То есть оригинал амбулаторной карты на руки пациента не выдаются. Пациенты, которые будут записаны на прием к специалистам предварительно, а это или госуслуги, или точно так же через наших регистраторов можно записаться на 2, на 3 дня, на 4 дня вперед. При посещении тогда специалиста, вот предварительно записанные, у них, у врачей уже будет амбулаторная карта. То есть сотрудник поликлиники подберет, поднимет амбулаторную карту и отнесет уже сам в кабинет врача. И когда придет по времени пациент, уже карта будет там находиться. Про вкладыш говорю, это те пациенты, которым вот нужно сегодня, цитовые, как мы говорим, да, прийти и что-то поинтересоваться. У нас есть такая услуга, как доврачебный кабинет. К несчастью, пока поликлиника еще не сделана, в поликлинике не сделана вся маршрутизация, не подписаны так кабинеты, как нам бы хотелось. Но в будущем, на сегодняшний момент доврачебный кабинет, это у нас 12-й пока, туда можно обратиться пациентам для выписки направлений на оперативное лечение, на санаторно-курортное лечение, за справками получится, выписать направление на какие-то обследования, то есть не нужно записываться обязательно к врачу на прием, чтобы выписать ту же самую флюорографию, да, или клинический анализ крови, если вы на диспансерном учете и корректируете свое состояние клиники. Да, свертывающую систему точно так же. Или сахара, кто сахарным диабетом страдает. То есть можно подойти к этому специалисту, она напишет направление и сдать этот анализ. Со стартом в стране масштабной вакцинации у людей возникает много вопросов, связанных с противопоказаниями, выработкой антител и эффективностью вакцины против мутаций вируса. На некоторые из них ответила Наталья Цыкунова. От вакцинации медотвода всего лишь 4, грубо говоря. Это острые состояния, в том числе инфекционные и обострения хронических. Если острые, вы находитесь на листке нетрудоспособности, вы принимаете какую-то медикаментозную терапию. Вот это есть острое. Не те постоянные препараты, которые принимаете всю жизнь, годами, а что-то вам новое добавили. И вы лечитесь, и вам сказали, пропьете 10-15 дней и сдадите контроль. Вот это идет обострение или острое состояние. Потом беременность и лактация,
Это естественно у нас сейчас, хотя в последнее время вижу, разрабатывают вакцину именно и для беременных. Ну, то есть потом уже беременность не будет противопоказаний. Это больные с онкологические, которые принимают химиотерапию какие-то или радиационную терапию, те, которые активно сейчас лечатся, у которых уже произошла ремиссия, рекомендовано даже нашим краевым онкологам вакцинировать таких пациентов. И ВИЧ-инфицированные пациенты, у которых тоже принимают они свои препараты, у которых идет резкое снижение иммунных клеток. Если этого не происходит, и они тоже могут вакцинироваться. То есть получается очень ограниченный круг медотвода. Если после вакцинации не выработались антитела, нужно ли делать повторно? Как? Ну вот смотрите, если человек все-таки посмотрел после иммунизации наличие антител, вот я уверена, что после вакцинации антитела выработаются. Долго ли будет сохраняться в наличии этих антител, это сомнительно. Потому что вакцинации, когда мы вакцинируемся, у нас вырабатываются, я бы сказала бы, скрытые антитела. То такие белковые структуры, которые наша лаборатория, наши реактивы, воспринимают только в большом количестве. Когда они начинают уже снижаться, наша лаборатория их не находит. Это нужно специально во Владивостоке сдавать анализ на определенные антитела, и там уже вам покажут. Но даже если вот пациенты, кто сдал, вот я делала прививку в феврале, делала анализ в июне, у меня еще находились наши антитела, которые мы видим. Ну, может быть, какой-то казуистический случай произошел, да? Тут нужно, ну, конкретно разбираться с каждым пациентом, какой вакциной сделали, когда сделали, на каких реактивах они потом смотрелись, эти антитела определяли. Здесь нужно подходить индивидуально, каждому уже это пациенту. Планирование беременности через сколько после проведенных? После прививки минимум 3 месяца. Не нужно планировать беременности, да. Хотя вот я же уже повторила, что мы, ученые у нас собираются вакцинировать и беременных женщин. Вот. Но пока, по последним данным, 3 месяца нужно воздержаться от зачатия. Вот это с беременными. Про интервал еще хочу сказать. Многие задают вопросы, обязательно выдерживать вот 21 день. Нет, не обязательно. Меньше нельзя. До 90 дней можно. А вот 18-20 этого нежелательно. Больше можно этого делать. Если человек заразился после первого этапа прививки, то есть он сделал одну прививку, заразился коронавирусом, второй этап нужно ли делать? Если нужно, то вообще случаи? Я думаю, что нет. После первой прививки появилось заболевание, если подтвержденное с выделением ПЦР-диагностики, то вторую инъекцию уже ему не нужно будет делать. Ее можно будет ему сделать только через полгода после перенесения заболевания. И то вот этому пациенту я бы, конечно, рекомендовала посмотреть на наличие антител. Потому что сама первая инъекция, она уже стимулирует выработку антител, да? И будем надеяться, что даже если, не дай бог, попал возбудитель в организм, что этот пациент у нас заболевание перенесет гораздо легче и быстрее придет к здоровому, к активному образу жизни. Вот так вот. А вот очень многих интересует такой вопрос. После обоих компонентов вакцины не произошло ни поднятия температуры, вообще никакой реакции. Означает ли, что иммунитет вырабатывается, что прививка будет действенна? Вы знаете, вот очень тяжело сейчас отреагировать на этот вопрос, потому что всех беспокоит, не дай бог, после прививки будет температура по 39, да, как же я буду работать, а тут наоборот, что ничего не было. Нет, я думаю, что все равно минимальный инфекционный процесс, он какой-то был, температура поднялась, может быть, 37,1 и 37,2, на общем состоянии могло это и не сказаться, и пациенты не почувствовали такую вещь. Такая
ситуация возможна была бы в том случае, если пациент раньше контактировал с возбудителем коронавирусной инфекции. Клинически у него никаких проявлений не было. Но он встретился или на работе, или дома. То есть возбудитель уже раньше к нему попал. И какое-то количество выработанных антител уже в организме этого было. И когда сделали мы прививку, те антитела помогли нашему организму справиться с таким напором, да, введенного вакцинального комплекса, чтобы она так высоко не поднималась. Вот кто не переболевал и не контактировал, не был в контакте с такими больными, у тех обязательно поднимается температура, практически у всех, до 39. Вот, это маленький инфекционный процесс, оно так и должно было бы быть. Вот. А кто контактировал, ну я надеюсь, что сейчас у нас очень многие контактировали с такими пациентами. Мы можем даже сами не знать об этом. В магазине, в автобусе. Поэтому на ту же самую почту заходишь. Не везде руки обработал, нос почесал. А вирус мутирует, да, постоянно? Вообще, и да. Эффективна ли прививка, которая сейчас есть, вот, от новых штаммов, например? Вот вакцина «Спутник Ви», это гамковид-вак, она уже подразумевала, ее разрабатывали, когда уже было два вида штамма возбудителя. Поэтому ее уже и готовились с таким условием, что возможно будет изменение возбудителей, чтобы она работала. Поэтому на «Спутник Ви» я пока надеюсь, если не будет еще у нас седьмого какого-нибудь типа возбудителя. Уже несколько типов их есть, да, там шесть, по-моему, вот седьмой, если не появится. «Спутник Ви» пока работает на всех этих вот разных типах. И, к счастью для нас, может быть, это тоже как реклама нашей российской производительности, да, она активно используется за рубежом, и именно эффективно используется за рубежом. Гораздо лучше, чем зарубежные вакцины, которые там предусмотрены. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе также рассказала, как проходит вакцинация от новой коронавирусной инфекции на территории Дальнегорского городского округа. Чтобы нам с вами защитить всех нас, дальнегорцев, да, вот нас с вами живет 40 тысяч, ну, грубо говоря, 42 тысячи населения. У нас должно привито быть не менее 25 тысяч населения, чтобы наши жители, остальные, кому нельзя делать эту прививку по каким-то вот состояниям. Это детское население, которому тоже нельзя еще вакцинироваться. Но чтобы мы были спокойны, что не малыши, ни наши старики, которым нельзя, ни наши трудоспособные, но у которых есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, не заболели и не развилось у них серьезные осложнения. То есть минимум 25 тысяч населения у нас должно быть иммунизировано. На сегодняшний момент, к несчастью нашему, у нас иммунизировано всего 6 тысяч населения. Ну и около 1500 там населения – это переболевших коронавирусной инфекцией. Ну, грубо говоря, 7,5-8 тысяч имеют какие-то защитные антитела. На сегодняшний момент, да, у нас преобладают это возраст 60 и плюс, не 65, 60 и плюс. И из них, конечно, очень активно вакцинируются 75 и 80. Вот. Молодые люди пока не активно идут на эту процедуру. Созданы практически все условия для того, чтобы пациенты у нас проходили вакцинацию от коронавирусной инфекции. Но, как вы заметили, что сотрудники есть, все есть, а пациентов пока нет. Может быть, боятся чего-то, пережидают вот это вот нехорошее погодное явление, жару всю. Может быть, еще какие-то причины, но со стороны лечебного учреждения созданы все условия, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Еще раз повторюсь, что у нас два вакцинальных стационарных пункта. Это здесь в центральной поликлинике, он работает с 8 до 6 часов вечера. И в Горбушинской поликлинике, которая работает с 9 до 14 часов. И также мы делаем выездные бригады в села наши, Краснореченск, Каменка и Сержантово с Рудной пристани.
Питомники для безнадзорных животных строят в Приморье. Об этом губернатор края Олег Кожемяка рассказал в эфире радиостанции «Владивосток-ФМ» в понедельник, 26 июля. По мнению главы региона, чипирование и стерилизация бродячих собак в корне не меняют ситуацию по безнадзорным животным, хотя расходы на эти цели немалые. Олег Кожемяка подчеркнул, что решение этой проблемы должно быть более комплексным, в том числе через создание краевого питомника. В питомнике животных будут чипировать, стерилизовать, вакцинировать и, самое главное, решать их дальнейшую судьбу. Искать новых хозяев, обозначил Олег Кожемяка. Вместе с тем, работа по созданию питомников для безнадзорных животных уже ведется в Уссурийске, Большом Камне, Пожарском районе. В третьем квартале заработает большой приют в Находке. Строятся два приюта в Анучинском муниципальном округе и еще один в Большом Камне, которые будут обслуживать ближайшие территории. Дальнегорск в списках городов, где будут созданы подобные питомники, пока не значится. В фонд Центральной городской библиотеки поступили новые произведения. Среди них есть исторические и современные детективы, проза, а также современная литература, которая придется по вкусу многим читателям. Представляю вашему вниманию новые книги, поступившие в фонды Центральной библиотеки. Это долгожданные новинки популярных авторов, таких как Акунин, Родзинский, Водолазкин, Маринина и так далее. Вот первая книга, которую я вам рекомендую, это вот такой исторический роман Бориса Акунина, который называется «Мир и война». Борис Акунин, вы все прекрасно его знаете, он автор знаменитой саги о сыщике Фандорине. Многие видели фильм. Ну вот в последнее время он пишет именно исторические романы. Древняя Русь, Средние века. А вот этот, в частности, «Мир и война», он посвящен событиям войны Отечественной 1812 года. Вот характерная наполеоновская шляпа как раз нам на обложке и говорит об этом. «Мир и война». События здесь крутятся возле небольшой усадьбы, поместья, помещики, вдовы, которая как-то живет со своими крепостными, хозяйствует, а тут вот война 1812 года. Но в этом поместье стали случаться какие-то страшные убийства, которые взволновали, так сказать, общественность, начали погибать молодые юные девушки. И вот наша вдова помещица Полина Афанасьевна со своими людьми ищет злодея. И вот с этого начинается сюжет. Затем приходят сюда оккупанты, французы, которые обобрали это поместье. И наша Полина Афанасьевна, помещица, уходит вместе со своими людьми в партизаны. И как они вот борются, как они, эти крестьяне, которые и ружья-то сроду не видели, воюют с французами, как раз тоже очень интересно рассказывает нам Акунин. Эдвард Родзинский, он нам известен как автор многих исторических книг. Вот это его последняя книга. «Железная маска». Вот тайна железной маски, кто же скрывался под железной маской, она не давала покоя многим авторам. В частности, если кто помнит из детства, это произведение романа Александра Дюма. Там у него тоже был «Железная маска». Нам Родзинский дает свои версии. Вот из этого века, 17-18 век, как он называет, век мушкетеров. Он дает свою версию, кто бы мог это быть. Данное произведение знакомит читателей с таинственным графом Сен-Жерменом и вместе с ним ведет в тайну загадочного узника Бастилии, скрывавшегося под железной маской. Своим описанием книга попутно погружает в красочную Францию 17 и 18 века. Маринина, Александра Маринина и ее долгожданная книга. Многие спрашивали, что же Маринина написала, и вот она как раз нам выдала двухтомник, который называется «Безупречная репутация». Здесь она опять возвращается к своей героине Насте Каменской. Насте Каменской уже изрядно лет, и она уже не работает в милиции, она работает
то бишь в полиции, она работает в частном детективном агентстве, и вот очередное дело, но несколько с неожиданной стороны. Здесь пострадавший, который перед смертью обвинил нашу героиню Настю Каменскую в том, что она угрожала ему, короче, указал как на свою возможную убийцу. Вот так. И вот наша Настя Каменская должна подтвердить свою безупречную репутацию. Сюжет достаточно запутан, много действующих лиц, и сразу непонятно, кто же этот злодей. Ну, как у Марининой, все заканчивается хэппи-эндом. Любопытно, можно почитать. Не меньшей популярностью пользуются и сборники рассказов Татьяны Устиновой «Весь мир в придачу» и «Переплеты в жизни», а также философский роман «Оправдание острова» Евгения Водолазкина. Компания «Меховые традиции» вновь в нашем городе. В новом сезоне новые модели из мехонорки и натуральной шерсти. Действуют скидки и акции. Подробнее в нашем следующем сюжете. Спешим сообщить нашим покупателям, что компания «Меховые традиции» открыла новый сезон. Мы провели глобальную работу по подбору новых интереснейших моделей. Наши лучшие производители верхней одежды отшили прекрасные коллекции. И сейчас вся эта красота едет к вам. В этом году очень хорошо покупают. Вот именно молодежные изделия из норки, которые у нас представлены. Также изделия из шерсти натуральной у нас можно приобрести за наличный, безналичный расчет. На модели прошлых сезонов можно получить скидку до 50%, а при покупке шубы – пуховик в подарок. Каждое меховое изделие имеет сертификат и гарантию качества. На этой выставке мне понравилось, что женщина любого возраста сможет найти для себя подходящую модель. Очень много шуб и курток для молодежи. И очень большой размер ныря. Ждем вас на выставке «Меховые традиции». 28 и 29 июля. Бизнес-центр «Бригантина». Дальнегорск. В Приморье в ходе первого этапа операции «Нелегал» выявлено 344 нарушения миграционного законодательства. Правонарушители привлечены к уголовной и административной ответственности. Наложено административных штрафов на сумму около 500 000 рублей. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы МВД России по городу Владивостоку. В Приморском крае подвели итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021». Полиция совместно с сотрудниками пограничного УФСБ России по Приморскому краю продолжает проведение мероприятий по контролю над соблюдением требований миграционного законодательства Российской Федерации, а также обеспечению миграционной стабильности и безопасности на территории края. Специалисты подразделения по вопросам миграции проверили объекты транспортной инфраструктуры, торговли, питания и места компактного пребывания и проживания иностранных граждан. Выявлено 344 нарушения миграционного законодательства, 147 из которых – это нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, 194 – нарушения осуществления трудовой деятельности. Наложено административных штрафов порядка 500 000 рублей. Возбуждено 10 уголовных дел, из которых 4 по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» и «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». 6 предусмотрены статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Основными задачами, которые стояли перед участниками рейдов, является выявление и пресечение нарушений в миграционной сфере и привлечение правонарушителей к установленной законом ответственности. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.